Вот уже 3 года, как Урусбек Автандилулу серьезно увлекается самбо. В своем хобби парень преуспел. В этом году он выиграл Кубок азиатского первенства и занял 4-е место на международных соревнованиях. Я усиленно тренируюсь. Хочу занять призовое место на международных соревнованиях в 2015 году. Думаю, что я смогу. В этом спортивном клубе тренируется более 500 спортсменов по 10 видам спорта. Большинство тренирующихся – выходцы из разных районов области. Мы воспитали около 50 профессиональных спортсменов. Среди них есть призер азиатского первенства и других международных соревнований. Занимаются даже дети начальных классов. Проблем у спортклубов тоже немало. Большинство из них арендуют свои помещения. Существуют проблемы и при отправке спортсменов на международные соревнования. Клубы живут за счет оплаты тренировок самими спортсменами и за счет спонсоров. У нас есть одаренные ребята, но мы не можем их отправить на соревнования международного масштаба, потому что финансы не позволяют. Несмотря ни на что, в южной столице интерес к спорту среди молодежи растет. Для спортсменов главное – поднять флаг нашей страны на международных соревнованиях. Алтынбек Таланбеков, Нуркыз Абдрахманова, Общественный первый канал, город Ош.